джентльмены, господа и гости столицы, смотрители моего канала. Маленькая такая вставочка. Тут отправил я не онлайн свой на переделку Александру Селютину. Ребят, ну, сказать, что мы в шоке, это ничего не сказать. Я даже добавлять ничего не буду. Посмотрите просто, что Сашка накопал в рукояти. Ну, а дальше я подпишу в описании снизу. Всем спасибо, посмотрите. А что же у нас дальше? А дальше у нас... Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Интересно. Сборка наверняка Китай, да? Ну, вот господин Заславский, создатель данного спиннинга, вот знает об этом, интересно или нет, а? Проставка между бланком и туалетной бумагой – веревочка. Вот. Чудесно. Бумажка? Блин, или так было задумано? Палочка вроде как не 3000 цена, да? Или плюс 200 рублей за арбор, это уже супер-пупер заоблачная цена получится, да? Ну, как чудно, да? Или, может, я что-то недопонимаю, ребят? Держак держится вот на этом. И здесь у нас что? Специальная сенситив-система. Ну, как? Блин, да такой спиннинг сам ловить должен тогда. Безо всякого заброса. Всем спасибо за внимание.